Дорогие друзья, я хочу вас познакомить еще с одним московским композитором Валерием Бекташевым. Здравствуйте, Валерий Надирович. Добрый день. И у меня есть несколько вопросов. Первый из них, где вы учились и кто был вашим наставником, вашим мастером? Волей судьбы я заканчивал музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, который потом превратился в Российскую академию имени Гнесиных. Вначале я ее заканчивал как пианист Валентины Яновны Жубинской. Светлая ей память, она умерла. А потом все-таки решил получить второе образование, потому что не мог дышать, сочинял каждый день и ночь, каждый час. И попутно, параллельно с фортепиано, с дистанции в один год, закончил второй факультет композиторский. У Семашко, Юрия Николаевича Семашко, он тоже умер, тоже светлая ему память. Эти два человека сформировали меня как личность, за что я им бесконечно благодарен. Что главное в музыке для вас? Вот. Я считаю это действительно очень серьезным вопросом. Как в любом искусстве, в любом виде художественного творчества, я считаю самым главным искренность. Это та главная энергия, тот главный несущий поток и сущность, которая наполняет все художественное творчество любого человека. Все остальное – интеллектуальный расчет, мастерство, опыт, конструирование, какие-то особые приемы – это особые виды энергии, которые только оформляют вот это основное несущее начало, сущностное, которое рождается именно в процессе искреннего высказывания, искреннего творчества. Так что, безусловно, ни интеллектуальный расчет, ни мастерство, ни опыт, я считаю, самым главным. Это все только обслуживающие приборы. А сущность любого творчества – это искреннее волеизъявление вот человека, которому есть что сказать и хочет сказать, и он не может не говорить, и делает это предельно искренне. И мы сразу чувствуем, музыка нам нравится именно там, независимо какая она, радостная или печальная, быстрая или медленная, трогает душу, только искреннее высказывание. Мы мгновенно это чувствуем на подсознательном уровне, не анализируя. Тронул душу или нет? Так я думаю. Спасибо. Насколько ваше мнение ценно для нашего общества в современное время? Я знаю, многие со мной не согласятся. Это совершенно естественно. Ну что ж, а чем является для вас современная гитара в нашем же мире? Гитара – очень своеобразный инструмент. У него есть своя природа, свой накопленный базовый потенциал, который мы воспринимаем. Но вместе с тем, вот моя точка зрения, с которой я знаю, некоторые гитаристы могут не согласиться, мне искренне жаль, что специально для гитары выдающиеся мастера не писали. Речь идет о таких титанах, которых мы благодарим, которые являются нашими божествами в прямом смысле слова. Иоганн Себастьян Бах, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Шостакович, Прокофьев. Ну вот не писали почему-то они для гитары. Вот. Но, слава богу, есть энтузиасты, которые сделали прекрасные переложения. Современные авторы усиленно, я сейчас много пишут, гитара широко пошла на эстраду с новыми произведениями, слава богу. Но все-таки есть очень большая разница между признанными шедеврами, когда мы уже знаем чиконы Баха, написанную для скрипки соло. И вот представьте, если бы такой мастер, человек с космическим мышлением, написал что-то подобное этой чиконе для гитары, как бы были благодарны гитаристы, как бы они, не знаю, наполняли весь педагогический процесс к устремлению к этому шедевру. Но его нет. Вот. Поэтому я считаю, что современная гитара нуждается прежде всего в серьезном, глубоком репертуаре, возвышенном, не в развлекательной музыке, а вот то, чего она по большому счету, опять же, могу со мной не согласиться, лишена, потому что большие мастера, к сожалению, этого не сделали. Честь и хвала тем, кто делает аранжировки, но надо писать оригинальную музыку для гитары. Кроме того, гитара по природе своей очень тихий, камерный инструмент, очень сдержанный. И я не знаю, чья это фраза, кто-то сказал, я уж сужу со слов самих гитаристов, есть такая прекрасная фраза, что все инструменты нарушают тишину, а гитара тишину создает. Вот. То есть это очень сдержанный, тихий, камерный инструмент. Но, когда композитор берется за какой-то инструмент, он невольно прежде всего уважает свой внутренний мир. А мой внутренний мир, энергетика такова, что мне немножечко мало этой интимности. Я, когда выхожу на крупную форму, мне хочется большой энергетики, большого размаха и даже буквально оркестрового мышления.
И я пытаюсь своих, когда я писал что-то для гитары, крупные формы, невольно попытаться развинуть традиционное представление о гитаре как о камерном лирическом инструменте, а сделать его более монументальным, грандиозным, вот, не лишенных черт оркестровости, яркости, броскости, контрастов, подлинной драматургии. Так я воспринимаю. И какие же сочинения вы написали непосредственно для гитары, чтобы наконец-то восполнить это наше, этот наш пробел? Попытаться. Тут всегда надо быть скромным. Мне кажется, вот скромность очень важная черта любого художника, как Рахманинов, у него есть замечательная фраза, что он ждет от людей, которые их любят, только три вещи. Три фразы он ждет. Знаете, какие? Первое. Ему хотелось, чтобы мы говорили, что он гений. Второе. Что он гений. И третье, что он гений. Он сомневался. Титан, колосс, которого мы боготворим, он был не уверен в себе, поэтому я скромно отношусь. Но то, что я пытаюсь, я встретил прекрасного гитариста Дмитрия Татаркина, и он буквально посвятил мне часть своей жизни. Я не владею гитарой, и без его помощи, профессионала-виртуоза, я бы не смог создать подлинно гитарный репертуар. Мне кажется, отчасти мне это удалось благодаря ему. Для него я написал сначала цикл признаний. Это как бы вот мое свое творческое открытие. Я написал признание для оркестра, для ансамбля, для фортепиано, в том числе для гитары несколько признаний. В том числе вот присутствующая здесь великолепная Танечка Куренчакова будет исполнять мое семинорное признание, которое все время было написано для господина Татаркина. Вот. Потом я написал для Татаркина концерт для гитары с камерным оркестром. Потом образовался квартет имени Фраучи, я написал для них концерто гроссо для гитары, для четырех гитар камерного оркестра. Вот. Эта запись выложена в интернете. Также специально для Татаркина я написал, мне кажется, удачную работу, фантазию «Орфей». С ней связана любопытная история. В свое время был конкурс, он, наверное, сейчас проходит, «Мишели Петтолуга». Гитарных произведений. Я туда выслал несколько своих работ, в том числе Орфея. Вот. И он пошел абсолютно незамеченным, как бы никаких, конечно, я наград за него не получил. Но сейчас я сталкиваюсь с тем, что мне шлют по интернету письма гитаристы, просят разрешения играть этого Орфея. Это произведение исполнено Дмитрием Татаркиным и уже Сергеем Урюпиным. Это гитарист квартета имени Фраучи. Оба исполнения выложены в интернет. Вот. Мне кажется, это произведение серьезное, масштабное, заслуживающее внимания гитаристов. Необычное для гитары. Может быть, требующее необыкновенного мастерства, терпения, выучивания. Но музыка того стоит. Я считаю, это самым удачным своим произведением для гитары. Вот. И для того же квартета Фраучи я уже написал недавно «Страсти по Шекспиру». Это цикл по сонетам Шекспира для четырех гитар и контртенора. И мое последнее сочинение для этого квартета – пьеса «Бабочки», вот, которые еще ждут, чтобы ребята это выучили и исполнили. Мы это услышали в живом исполнении. Спасибо. Очень большой репертуар. И, как мы уже услышали, самым главным сочинением Валерий Надирович считает свой опус «Орфей». А сейчас мы с вами услышим признание семинор в исполнении Татьяны Куренчаковой.